До 42 возросло количество жертв землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. Такую цифру обнародовали в правительстве этой страны. Поисковые операции в пострадавших регионах продолжаются. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести. На Хоккайдо отправили 40 тысяч военнослужащих и спасателей для помощи местному населению. Напомню, толчки зафиксировали в Японии в ночь на 6 сентября. Тысячам людей пришлось эвакуироваться. Многие из них до сих пор не могут вернуться домой.